как трудно по воле судьбы покидать родной дом, где каждая вещь напоминает о радостных и счастливых днях, где цветущие рядом деревья, пригретые заботливыми руками и ласковым солнцем, заливаются вокруг острым и сладким, слегка пьянящим запахом. И оставляя свой дом, направляться туда, в эти безмерные дали времени, прозревая и не видя за туманами своего пути, его конца. Куда он приведет? Он не знал этого. Расставание с родиной было похоже на кошмарный сон жизни. Для Владимира Семеновича Храповицкого эти места стали второй родиной. Уроженец Санкт-Петербургской губернии, он получил наследство от отца земли, расположенные в Судогодском уезде. Пока еще заброшенные, но богатые лесами. Впоследствии на этой земле он воплотил в жизнь мечту, достойную человека. А теперь приходится оставлять все это. Который влечет к себе сильнее всего, где воплощены плоды его труда, где отдавал себя в полной мере, где можно проверить, что он сделал в жизни и сделал ли что-нибудь. Когда время пронзили безжалостной стрелой перемен, приходится покидать родные просторы. Край лесов и суровых зим, край еще не до конца ухоженный, но с любовью и заботой обжитый. И так хватало всего этого для полного, совершенного счастья и покоя души. Новая власть с приходом Октябрьской революции переменила весь уклад жизни и заставила покинуть эти места Владимира Семеновича и Елизавету Ивановну Храповицких и направиться во Францию, деловую, жившую, как и весь Запад, нижней премудростью.
переменой власти в октябре пошла тогда иначе вся история России. Во Франции жизнь четы Храповицких настала серая, лишенная смысла, полной нищеты. Тоска железным обручем сжимала сердце по оставленному поместью. Ведь они глубоко любили те места. Они прожили там и были вынуждены удалиться оттуда. Как горька измена. Но все же они не могли забыть этих лиц, этой спокойной осанки селян, этих тогда еще уверенных речей и твердых глаз, этого достатка не на показ, этого достоинства в каждом гражданине, встречаемых на прогулках у любимого озера, деловитой грамотности крестьян, строгой красоты любимых лесов. У них было все там. Где многое уже было разрушено, растащено, разбито и сожжено. Одним словом, справедливость восстановлена новой властью. В России уродливая пасть нового божества медленно раскрывалась, обнажая острые кривые зубы, все принимая и принимая в жертву сотни тысяч людей. Становилось все больше голых пней. И ветер гулял между ними, как по чистому полю. Он ушел из жизни первым. Отчаявшись, совсем теперь одна, без последней поддержки близкого ей человека, Елизавета Храповицкая решается обратиться за помощью. Но не к тем, кто теперь ее окружал во Франции,
Для нее это было ниже собственного достоинства и оскорблением для Родины. В 1928 году в одно из сел, принадлежавших когда-то Храповицким, пришло письмо, полное отчаяния. Дорогие крестьяне, обращаюсь к вам с просьбой. Соберите, сколько можете денег, и пришлите мне. Вы владеете теперь землей моего мужа, Владимира Семеновича Храповицкого, который скончался в нищете. Я осталась теперь одна, без всяких средств к существованию на самую бедную жизнь. Мне уже 68 лет. Я больная и старая, работать не могу. У нас не было детей. Обращаюсь к вашему доброму сердцу. Прошу помочь мне. Бог вас не оставит. Прилагаю конверт с моим адресом. Да сохранит вас Бог всех. Сообщите, что стало с нашим имением. Напишите мне подробно об этом. Я всей душою с вами, Елизавета Ивановна Храповицкая. Письмо это было зачитано на общем собрании села Ликино. После того, как прозвучали последние слова из послания, повисла мрачная тишина. От дыхания собравшихся становилось невыносимо душно. Чувствовалось угнетение духа и разномыслие в народе. Эти жгучие и горькие слова тяжело упали в молчавшую людскую массу. У читающего проступил холодный пот. Но почему он должен о чем-то переживать? Кто силен, тот и прав. И чего переживать, ведь ему спокойнее из рук товарищей по партии получить власть, чем забивать себе голову, одобряет ли или нет его народ. Да и в глазах народа он видел страх, страх которого ему давал силу. И вот с молчаливого согласия собравшихся был составлен ответ. Впрочем, ответ он также получил от тех, кто дал ему власть над этими людьми. 10 лет прошло с того момента, когда мы выгнали вас и вам подобных из нашей страны. За это время мы достаточно научились управлять государством и как строить свою жизнь. Там, где раньше царил гнет помещиков и их прихвостней, мы имеем бывшее поместье Муромцево. Очень странным показалось ваше обращение к нам с просьбой о присылке денег. Спрашиваете, за что? За то, что вы долгие годы сидели на нашей шее, выматывая у нас последние силы, вели праздную жизнь паразита, раскатывая по заграницам царя деньгами, добытыми на крови и поте крестьян. Мы не можем даже и определить. Поэтому попросту скажем, валите от нас.
достаточно научились управлять государством. А мы пытаемся заглянуть в ту даль и постичь то, что таится в тумане прошлого. И спросим себя и вас. Как толкует о тех, кто сам приводит на свою землю страх и помогает ему воевать против своего же народа. Только хлеб от пролитой крови гуще не рождается. Конечно, теперь мы можем идти по пути сравнения. Как было хорошо тогда и как плохо сейчас. Что было тогда, а что стало сейчас с этим поместьем? Но внимательно анализируя поездки по бывшим усадьбам, и ознакомясь с судьбой семьи Храповицких, мы поняли, что утратили само понятие, что земля – главное богатство. Все через нее идет. Что мы вкладываем в нее, то и получаем. Когда-то водился в лесах и зверь всякий. Грибы были чистые, ягоды, дикий мед. В реках и озерах рыба. Земля под лесом не знала почти засухи. И хлеб в полях подымался стеной. Земля была богатая и щедрая. Богатством был хлеб, расходившийся во многие страны. Золотое зерно. Золотая Русь. За землю эту стоило постоять. И владеть ею хотели очень многие. Как же скажете, Храповицкий помещик? Но помещик этот не занимался накопительством лишь для себя. Не сотворил всего этого ради только собственного богатства. А люди, жившие вокруг него, также жили полной и радостной в достатке жизнью. Все средства вложил он в обустройство земли, а умер в нищете.
Усадьба, созданная Владимиром Храповицким в период с 1921 по 1979 год, использовалась под лесотехником. Благо, не все тогда еще уничтожили. И какой-никакой присмотр да был. Посетив поселок, где жили Храповицкие, мы спросили у местных жителей, где тут находится театр. На нас смотрели изумленно, удивляясь вопросу. А ведь был тут театр, но по недосмотру или же по иной причине, скрытой завесой неведомого времени, нам неизвестной, он сгорел. Даже труппы из столицы приезжали ставить спектакли. Мог бы Храповицкий не в театр средства вложить, какой с него доход, а отложить денег на безбедную старость. В театре, между прочим, играли сами крестьяне. И зрителями были они же, обогащая свой духовный мир. Понимал он, что нет ничего важнее обустроенной земли. А обустраивают землю люди. Душа у них чистая от чистоты земли. Также и школа музыкальная для одаренных крестьянских ребятишек была построена. И две общеобразовательных школы, больница. Забота о человеке была выражена и в том, что для своих крестьян он строил на свои средства дома. Все говорил о том, что Храповицкий въелся в дело и даром времени не терял. Имеет ли теперь смысл говорить название этого поселка? Имеет ли значение его название для местных жителей? Им, возможно, это безразлично. На этом месте его теперь не существует. А тогда знали село и в Москве, и в северной столице. Туда направлялись выращенные здесь персики и абрикосы. Обратите внимание, это во Владимирской области. Саму же уникальную усадьбу с ее каскадами фонтанов считали там достойной Петергофа. Только вот сгорела усадьба при пожаре в 1994 году. И теперь на ее восстановление денег не находится. Как высказались некоторые патриоты, усадьба принадлежала эксплуататору трудового крестьянства, а потому восстанавливать ее непатриотично.
Ответьте тогда, кто же патриот? Тот, кто твердит о своем патриотизме. Или же человек, отдающий всю душу родной земле, всю любовь, творящий на ней, а не разрушающий. С какой любовью и вдохновением взялся за работу молодой наследник? Сколько впереди ждало дел, хотелось многое совершить. Только бы не ошибиться, неверный шаг может погубить все и неминуемо отбросить назад. Для кого человек сажает дерево плодоносное и в молодости, и в старости, зная, что не с каждого из них он отведает плодов? Для детей своих, для потомков. Мы ясно представили себе, как, поднимаясь на холм поздним вечером, Владимир сквозь расстояние видел ее, Елизавету, свою судьбу в образе чистых девичьих глаз, черных ресниц и тяжелых кос. Он вдыхал полной грудью лесной воздух, наполненный ароматом трав и цветов, а рядом шумел иглами молодой сосновый лесок. Вдалеке расстилались пестрые луга. Под чистым небом дышалось легко. Запах хвойного леса, душистых трав радовал его душу. Со стороны спрятанного за кущи деревьев села доносилась протяжная девичья песня о разлуке с любимым. И от такой песни забьется сердце, закружится голова, и почудится, что огромная волна подхватила и понесла куда-то далеко-далеко. Он улыбался, и глаза мутнели от набежавшей слезы. Душе сделалось радостно. И так он мог с думами о любимой простоять до самого рассвета. А утренний призыв жеребца был так же сладостен и мил сердцу, как и доносившиеся из леса соловьиные трели. Ожидая известия от молодого мужа, живя еще в Санкт-Петербурге, Елизавете в это же время невольно подумалась и колыхнулась в душе. Скорее туда, где ее будущее, где любимый, где густые золотые хлеба в полосах света и тени облаков, и крупный теплый дождь, и радость, и испуг от грозы. Цель уже близка, осталось немного,
и, казалось, не кони, а муж молодой несет ее на руках сквозь тени стройных елей. Они молчали. И в молчании начинали чувствовать друг друга без слов. Словно подымаясь ввысь, и с высоты этой им открывались любые дали. А потом годы счастья. Но короткого счастья. И вот страшный октябрь, когда небо отдалилось от земли и развеяно все. Но кланяться новому божеству гордость не позволяла. Так и уехали из России, зная, что заботы падут нелегкие, и жизнь наступит беспокойная. Прежнее отчаяние волнами ходило в груди, но, живя во Франции, его гасил страх за будущее. Что же будет с родным местом? При нашем посещении усадьбы поразил воображение дом. Который в своем разрушении не утерял своего величия. Высокий, весь в кружеве каменной резьбы снаружи и внутри, придававший необычное великолепие запустевшему теперь селу, затерянному среди лесов и полей, стоит тот дом, донося до нас память великих времен. Поместье, о котором еще и теперь вспоминает восторженно, имеет вид удручающий. Да и понятно, с каких средств и кому было восстанавливать былую красоту. Сад, окружавший усадьбу, до сих пор считается уникальным.
свое время Владимир Храповицкий завел обычай для приезжающих к нему в гости друзей. Каждый из них привозил с собой саженец редкой породы деревьев, который сам и высаживал, чтоб память о себе оставить добрую. И таким образом было собрано более 100 видов деревьев со всего мира. Где-то еще остались практически стертые таблички с названиями, но по большей части все загублено. Видно, и эти деревья напоминают об эксплуататоре крестьян. Но деревья, посаженные хозяевами, помнят о них и скорбно склоняют свои кроны к земле, шумя на ветру верхушками. И помнят не только о хозяевах, но и о человеке, неразрывно связанном с Храповицкими, отдававшем все свои силы до конца жизни. Немцы Карле Францевиче Тюрмере. Помните, в ответе крестьян Елизавете Ивановне говорилось о прихвостнях хозяев поместья? И вот в честь такого прихвостня была названа деревня Тюрмеровка. Она и сейчас сохранила свое название. А все же совесть у людей появляется, и память светлая просыпается. Поражены мы приятно были при поездке в эту деревню тем, что с добром люди помнят о старике-немце. Вот и незамысловатый памятник, сами ему небольшой поставили, аккуратно вокруг ухоженный. За ним стоял удивительный лес. Любимый ребенок Карла Францевича. Этот лес, так же, как и местные жители, помнит заботу о нем. Тюрмер занимался лесопосадками во владении Храповицких. Его, уже стариком, пригласил к себе Владимир из села Поречье Можайского уезда, где Карл Францевич и приобрел свой опыт, занимаясь любимым делом уже в течение 40 лет. Граф понимал, что нельзя только забирать у природы, не восполняя ее. Таким образом и свела судьба этих двух вдохновленных людей, умеющих мечтать и воплощать свои мечты. Они стремились создавать не только полезное и функциональное, но и вносить во все это
элементы красоты. Было похоже на то, что им были открыты все тайны живой природы и доступны все оттенки человеческих чувств. Лес, посаженный Тюрмером, не был посадками, высаженными рядами, как обычно бывает. Хвойные деревья были высажены вперемешку с березами. Сосны и ели горят словно порох, а береза всегда сдерживает огонь своей сочной листвой. И потерь леса, случись пожару, будет значительно меньше. Разных таких премудростей и тонкостей было ему известно множество. А все от любви к лесу, жизнь многому живому дающему. Умер Тюрмер в 1900 году, сразу после своего дня рождения. Тогда, чувствуя недомогание, он в последний раз хотел увидеть плоды своего вдохновения, попрощаться с лесом, поклониться ему. И вот, стоя у его края, он смотрел, смотрел. Все не мог насмотреться, отмечая про себя течение времени безостановочный бег, уносящий годы и людей и рождающий новые жизни, что в свою очередь отцветут и угаснут для новых и новых поколений. И он думал, что единственное, как не земля, может связать нерасторжимой нитью эти проходящие жизни. Он стоял и перебирал свои дела и труды, подводя итог жизни, в которой всегда присутствовало упорство, задумав не отступать, не свершив. В нем была уверенность, что труд его унаследовали достойные люди, которые приумножат богатство созданного им заповедного леса. Он не ведал, что со всем этим станет. Так же, как и он тогда, мы стоим на краю этого дивного леса и видим, какой труд мы унаследовали. Перед нами возвышались раскидистые деревья. Зеленые облака листвы тяжелыми массами вздымались ввысь. Птичий щебет и пронзительный свет солнца наполняли вершины этого леса. События наших дней не отодвинут воспоминания. История же не существует сама по себе без людей. Как и река, без ручейков ее питающих. С уходом таких людей, как Тюрмер и Храповицкий, кончилась целая эпоха. Эпоха людей, живших на этой земле, живших землей.
то время развеялось дымом, став звуком той былой эпохи. Поколения, выросшие тогда, воспитанные на земле, были богаты духом этой земли. Но пришли новые люди на смену им. Почему же мы не храним то, что завещано? А может, это внутри нас ждет своего часа, хранится? Можем ли мы сохранить память прошлых времен и пронести через свою жизнь? Да, можем. И склонимся перед их памятью без ненужных споров и сбережем. Семена, посаженные в нас такими людьми, взойдут уже скоро. Обязательно взойдут. Владимир Семенович Храповицкий, полковник Российской армии. Родился 23 июля 1858 года. Умер на чужбине, вдали от родины, в нищете. Обманув зиму, счастье найти,
Но только возвратившись в дом, в тысячный раз пойму счастье в пути. Когда домой вернусь, ты мне прости, я соберусь, пусть мир не обойти, но в пути все как прежде, жив надеждой. Нет горечи разлук, есть возвращение нежность. Не думал никогда о том, как обманул зиму, счастье найти. Но только возвратившись в дом, в тысячный раз пойму, счастье в пути.